Доснимаю я видео второй частью, как делать комбикорм с капусты и морковки. Так, сделала я два замеса. В тем замесе присутствует капуста. Вы ее тут не побачите. Все измельчено, капуста на измельчителе перебита. И ее тут ни курица, ни перепелка не найде. Бачите, який комбікорм. Вот таким комбікормом я кормлю своїх кур і перепілов. Комбікорм збалансований. Все тут присутствує, вітаміни, білок, протеїн, все, риба. А сочні корма у мене тут капуста. Но не забувайте, що перепілкам ракушка должна бути обов'язково. Тут комбікорм, у мене в состав входить морква. І хто її тут знайде, тут її ніхто не знайде. Куриця, тим більше, якщо будете робити на тертки, звісно, нам знайде. Вибере. Ну, от є морковка. Ось кусочок крупніше пішов. От. Куриця, яка така поактивніше, вона знайде морковку і з'їсть, а следующая уже буде їсти тільки зерно. Так как мне надо, чтобы все, вся птица получала корм одинаково, все измельчается. И в этом составе вот есть морковка. Вы ее тоже тут не найдете. Тут все сбалансировано есть. Макуха, рыба, тоже ракушка. Ну, есть в ней куры едят песок. Вот отсев там, ракушку я им бью. Но я считаю, в корм можно добавить. Там примерно до 8%. Добавить, остальное они найдут. Вот я специально сделала два замеса сегодня, хотя я делаю по очереди, а сделала два замеса. Вот тут капуста, вот тут морковка. Все, дорогие мои, можете подивиться видео один и побачите, как я там все делала. Все рационально используется в моем хозяйстве, ничего не выбрасывается. Если у вас капуста, там даже свекла красная и морковка, борщ готовили, я уже говорила. Можно все измельчить, и ваши курочки съедятся все в сыром виде. Ну, если у вас есть желание, можете добавить шкаралупу картошки и сварить, дать курям. Перепелам такой фокус не подходит. С вареной картошкой перепелам не подходит. Так, все, всем пока, всего доброго, до встречи.